Өтеукеһенен күндүкөрөөчүлөр эги олох үөһүгэр биэрини көрөгүт саха норуота өбүгө сагаттан илже келбит өрө күүрүүлээх кырдыктаганы инникилээх спордун көрүңөсү лахсын бес ыйын төрдү субботатыгар аан дойдөрдүнөн белиэтенер болууга дээн үөрүүлээх сонун отун берт сотурутаагата тилие көппүтө. Бу беле дата масс рестлинг аан дойдутагы федерациятын президиумун урагынан 2-тынча сүрбе 1 сыл муусустар 16 күнүгөр олохтонно мастардыгы келин отун масс рестлинг россия тахамыгар киең сеңээрийни лан сайдан барбыт кеминен 2-тынча 3 сыл отыйын 16 күнүн агаллар. Манехаттон Российская Федерация Госкомспорт 500-460 номердеяхы урагынан национальный спорт көрүңін бұғыдынан бүтін Россиядағы спорт көрүңнерін реестригер келбіде болар. Бұ кемтен ласылыта дойду тағымна Харас чемпионат, Эрджон Дортолоругар, жақталарға дағаны, юниордар да иккердаларығар, ұтылар болы, оттон нұруоттар иккердаларығар, самай суолталақтара білден тұрар, оттон аан дойду чемпионаты онда, аан дойду кубага болар. Национальный көрүңмөт оттон маннык сетихите сахасирен үгүс көлөнө тен спортсменнарын, тренердарын, спорду терияччилерин, салыячыларын өр сыллах, сыралах үлөлөрүн түмүгө болара билен турар. Саха жана бир самай таптыр бастын спортпут көрүңө аан дойдуга эрелляхтык кардыылыр. Күндү көрөөчүлөр бүгүнгү берибит темата көрүөктөн эрекес өрө күүрүүлээх мастардыгыда. Мастарды күнэ вешке битинен истинг таварды машиналарга урой айбау 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 З оказии международного дня масс рестлингу поздравляем из Польши. Поздравляем. Nella giornata mondiale di mass wrestling, un saluto dall'Italia, Toscana. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ladies and gentlemen, we warmly welcome to you on the occasion of World Mass Wrestling Day. This is Muhammad Nabil from Pakistan. Sports can play very magnificent role in our life. It can help us with our mental and physical health. Thank you. Τολόμα μου είναι Γιώργος Κουστενής, είμαι από την Ελλάδα και σας συγχαίρω όλους για την Παγκόσμια ημέρα Mass Wrestling. Mass Wrestling-ийн гэр бүлийнхэндээ дэлхийн Mass Wrestling-ийн өдрийн мэндийг дэвшүүлж байна. Энэ спорт маань улам бүр хөгжиж, Олимпийн наадмын хөтөлбөрт багтах болдгоо. Уруй, Айхал, Уруй, Айхал, Уруй, Айхал, Айхал, Айхал. Greetings to you all. A big shout out to the International Federation of Mass Wrestling for this day, Mass Wrestling Day. Greetings and blessings from New Zealand. Assalamualaikum. My name is Tanveer Anjum from Tobagak Singh, Pakistan. I am congratulate you all on World Mass Wrestling Day. Assalamualaikum. Мен Искендер Алымбеков, Кыргыз Республикасынан. Бардыгыңыздарды бүткүл дүйнөлүк Mass Wrestling күнү менен куттуктаймын. Мое имя Ноя Ян Матей, показан за Словенска. К святому дню Mass Wrestling-у поздравим всех приятельцев Тото Красного Шпорта. My name is Odd Hagen. I live in California, USA. I congratulate all my friends in Saha and all my friends around the world on World Mass Wrestling Day. Күндүкөрөөчүлөр биги хагас эфир көлөлийбит ыйытыларгытын этийлергитин 4-2 39 сетте студия бүт номерегер эриен келен бери хатын сөп эбетер экраңы көстөр ватсап номер битигереме тухаме этийлех ыйытылах боллахатына суруйо кутун сөп билиңне билиген студияга ыалжыттарбын ыңырарбын көңүллен Александр Николаевич Кимкимен андойду тагы Mass Wrestling Федерациятын бастыгы вице-президенти Сахада спорт национальный спорт көрүңнөрүн ассоциациятын президенти Россия юристтерин ассоциация
Бутын Сахасиринага отделениятын бересседателя. Михаил Дмитриевич Гуляев, бүтүн Россиядагы Мас Реслинг Федерациятын президенте, ил түмен ытчат жылытыгар физическая культура онна спортка сис комитетин бересседателя. Николай Ильевич Константинов, Мас Реслинга Россия Сюмердемит Хамандатын сүрүн тренере. Яна Юрьевна Захарова, Мас Реслинга Жақталлар Иккердыларыгар Россия Сюмердемит Хамандатын сүрүн тренере. Сергей Константинов, Мас Реслинга Андойду чемпиона. Андойду кубагын иккетегүлі қағайына. Россия үстегүлі чемпиона онна нороттар иккердыларына атағымнақ спорт мастера. Геннадий Анатольевич Васильев, Мас Реслинга Сахар Республикатын Мас Реслинга Федерациятын президенте, ил түмен сударыстыванын мунялан депутата. Александр Николаевичтен, кепсетивин салым, бу көрүңмүт оттон аандыйды тахымыгар тақсарыгар, биллен турар бары түнен сиппит коппут, көмүскеллек, өйдөн үмтүү болорыгар, син бир тустак бырабыла докумон оңолдууда болоди, икене баалыста кепсере. Отто би бүгүн түгеннен туханан Өбігілер біктер мақтаныртақ бұд, бұл кере спорт көріңлерін бі яқы беренлер, оны бігі сайынларан мұд, бүгін әнетерін құддық, бүтін аңдайды өтағысты бұд. Отты білден тұрар, ұрут-руқаттан, әвеске береметтен, бұл манчара ойнуларға, ара спартакиадаларға, мастардығы программа бар әті. Оны то, мініне тоғылан бәлеті еқпін бағарауын Валерий Пантелеймонович көшіне паруылын, бігі сүйді профессор бітен. Педагогическая наука докторын. Он то бастакы манчар бағалай спартакиадатын төріттәбет Афанасий Егорович Алексеев күддік улақан салаячылар бітін. Он әтек тұстақпын беге түгінші 1912 ғылдаққа Чурапчыға Сақада спорт ассоциация терілі біте. Ол ассоциация бұл Валерий Пантелеймович Кочнев, Пинакетти Юрич Григорьев, Киренлер үләқамна сағаламыта. Онтон түгінші 1916 ғылдаққа беге бұл Сақада спорт ассоциация ихінен төрүт спорт көріңлергер Туспа федерациялы тәрия туғынан бұғарым ұппыт. Ол күрдік 1916 ғылдаққа бұл Мастардығы федерациятын бастығы президентінен Александр Константинович Акимов талылы бұта. Очылырғы кені үле министерстватын халаячытынан үлелі ғыдзі бұта. Онтон икки түгінші кеғылдаға беге Москваға бүтін Россиядағы федерацияны тәрібіппіт. Ол бастағы президентінен әме Александр Константин Шаким апталылы бұта. Бүгінгі күнге бұл үлені ұлағанлық көгілен үшейдік күйірден Михаил Дмитриевич Гуляев президент бұғытынан үлері қамның әджер. Онтон икки түгінші 12 кеғылдаға беге Андрей Дутаға федерацияны тәрібіппіт. Ол үлі әтергілі бүгінгі күнге беге Андрей Дутаға федерациялар бейін тұнтаққа арас ударсыла бары бес континенттан бартыттан балылар. Оны то, мен саныйық бар ете беге қардығылар бұтөсі күйірен еқтірі, беге сүрін сұйыл бұт сұрық бұт тен болар. Бұл мастардығы та нұрлыттар иккәрділарға сұйығанға үшігай бұғы майғы бар боларыға ден, иккенен болдағына бұл мастардығы та олимпийске көрін боларыға беге. Қалдық тақпы, тоға детаққа 2013 жылдаққа Владимир Владимирович Путин әтен тұрар. Мы должны национальные виды спорта народов России представить в олимпийскую программу. И мы, как никто другой вид, никакой другой вид пока настолько не прошел, как масс-реслинг. Поэтому мы надеемся, что масс-реслинг может стать олимпийским видом спорта. Оны то бүгінгі күнге беге Андрей Дутаға федерация президент Александр Константинович Акимов, Российская федерация федеральный мұнияған сенатора. Оны то бұл өрсылларға үләқамына стерелден барды. Бүгін бұл Геннадий Анатольевич Васильев Саха Республикатын мастардығытын федерациятын бағылан көңілінілі тәжір. Беге бұл әдір жоңға ме бұлағы тұттарық тақпыт дияны бұн. Тоғы дәтті әдір қадырдар бұл. Білеген Арнольд Мохавтен генеральный секретар. Оны бұл Игар Алексеевтен бұл мас таддығы отделын әбелісе. Мен бұл түгеннен туғанан бұл Мадун Саха төрт ауынылың сайындары кейін директоргер Гаврил Михайлович Макначевскайға, спорт министерге Накенти Юрич Григорьевқа мақталтылары әтекпін нады. Тоғы дәтті бұл Саха төрт ауынылары сайдығы тұғар. Беге президентлер бұт
Танхагалан, Михаил Фимич Николаев болдун, Вячеслав Антонович Туров болдун, Егор Афанасьевич Борисов болдун, бүгүнкү күнгө беги народунан талдыбыт Илдар Хамыт, Айсен Сергеевич Николаев болдун, кимдер өйөн, күйүскө өйөндөр, бияка бул бүтүн Россия дүйнөнүн соготок центрдагы. Бул спорт национальный көрүнгөндөрүн сайындар кийин соготок баалай манчары атынан. Итинен дагылыкты кыйын кайдакта кудду бул сакын арууда бэтин төрүп көрүнгөндөрүн Хөбүлүүрүн, сайыннарарын, онотто аңардас мастардыгитер болбакка капсага ылан көрүң, атага оньютун ылан көрүң, бо национальный многобурьян ылан көрүң, дыгын оньютун ылан көрүң. Итинен көрөр болокпуна биги жа бу биги өбүгөлөр бир бияк белектебит спорт көрүңдөрүн сайыннарамыт, эдер чаппыт. Бүгү таха түнен, өй сана түнен сайдаларга улакан олуу урдугу тияны. Онотто бу түгеннен туганан Михаил Дмитриевич, Николай Ильевич Эгаделиевин барабын. Сергей Константинович бу бастакы андай дута кубак бастакы таба хиви коракка Өзбекстанга түмүктенне, анан жакыы канаттах келен оролдор, анан бүгүн ишеди кепсектере дияны. Онотто Михаил Дмитриевич бияка телефонунан таксыктар. Михаил Дмитриевич болгону бу бияка спорт министринин өз сылдар көлөлөн бүгүн бу ил түмен спорт кедер чакка сиз комитетин бир саатынын быгытынан улахан өрүттөк үйлөнүүтөн келле. Онотто бүгүнкү күнгө бүтүн Россия та федерация үлете улахан оруллах. Тоо жетакка бары субъекттери кабыктакпыт. Бүгүнкү күнгө 6-10 такса субъект кийрехжер. Онотто Михаил Дмитриевич бияка кепсилген. Михаил Дмитриевич, жек жек бу көрүң сайдытыгар сүнкен клаты келдер бик кеге болар буллаган ди. Эн санаган истек бит этот бу Анатолий эттиги ти олимпийский көрүңдөргө даганы кирер кыктах тен. Этини кытта хесеп эле хап тоо буллаган ди. Эти не санагаты неме баалыста этериңере. Себеби Александр Николаевич эттигер бартыр хөбүлөн туран бу российский тамга такыга мастар дыгыта кетенче үсүллакка манна госспорт билсетинин олоромун госспорт кадегетин ыңыран агалан турабыт. Онно Петиса Бисла Александрович келен көрөн бу национальный көрүнөрү барытын көрөн мастар дыгытын национальный ыстаныклары онна капсайдан тустууну Остол оюлары неген бартын көрөн баран бу нахашуе биткен эки үч көрүнбүтүн капсагайы мастарды хытын онунан настанын ыстаныны идейчтерге келдирен турар. Отыйын 16 күнүгөр 546 нөмөрдө прикагынан госконспорт прикагынан эки российский көрүңдөр истерегер идейчтерге келдирилбите. Онтон 2005 жылга бу Россия госконспорт дугар федерация регистрациясы бар бута. Онна отон регистрациясы баран баран ол кенттен же федерация терилден үлән килен бар бута. Онна 2-нче хетте лактан чемпионат России терени пуппыт. Онна абсолютный чемпионат мегитерати бит. Ол гынан баран онно биди Апишенне мин юхунан регистрацияны илик боламмыт. Бейтни боллагана бу чемпионаты хи үшеддик териен тоқ бар регистрацияны баран-баран бейдді үтін дил болбыттыра. Оны сылылар кәнелер еттен. Олейн боллагана 2-нче 15 сылаха Министерство юстициеге аккредитацияны баран. Онна онно 10 тонала же Джиннях Федерация болан. Апишенне чемпионаттар бийгитер болбуп. Ол эми баланы ону халыгытылып чемпионаттар бу общественный түрк коңулуу деп баллактарына 15 жылдан гытылып чемпионат бу отон тох писенне болду да. Онтон аны бу министерство спорта үлэммет 2-нче 16 жылга хылтан сагалан Россия мастерин оны мизроны класта мастер норматын берилдер гана Офсей российской квалификации. Кибип. Да, кей спорт мастер на этом кем бастык на нолбуда. Инне баллана 15 кеха сразу били хамы күчтә олаттар бутыр бер биттере. Анан баллана
Буки улов бастаки дит, устук, угулучу бастаки дит, устук. Он тон международный класс, клагволлагана, бу Сергей Константинов, он на Сергей Пролкин, лантураллар бастайгана. Оно точно те, кто бы тебе рекаянен, барата тугунан, лар, ола, нарабрикески бар көрен, нюмеринен көрен, бастаку хурлу, ино ол бастаки диен, история кидери, кто бы тебе. Интересно было проходить на сцене. Михаил Дмитриевич, а то в сцене букерим Джону тугунан умстугутарей. Букерим была она, анда дюдюнен букерим гамай гнит бит букерим хох. Колбура тусту букерим нерет киста барта хана нера май гнна халлар. Наснане букерим тусту болдун, то болдун. Эбетер была она иде на ворство, а тен да букерим нере бедери май гнна халлар. Игровой букерим нере мие бедери хана нере вовсей дахтар. Манна была она тухта вовсей хох. Бо, а у нас худеть демократичный, философия это худеть дерин, а на тох бар бычем бар это худеть дерин, оно бы главный тренер Николай Левич из него лох наш худеть я, он нам был лагана идти Николай Левич кей худеть технике не худеть. Да Николай Левич не сана он улегнер обхалста. А то, когда бы Михаил Ильич я перед годом бегаю мет ханна до хох, говорим, мы без контактной единоборства один, а то биллер. Бій перемір то нога динамічна, а тюркян хамсенлах. Мен кіхе тюмігі немішке білігін кайын әппәккін бұл кісіолырын көттірілін кайын кіхен сөп. Күлт түгені бұхарар. Күлт түгені бұхарар. Мен күйсері бұтақ реакция, оны төбе өлілі әне мүліханыр олылар. Қолыр, мен біхеге үйе боламыд, екілінші 10-11 сылдардағы химка қорыққа мастер-классы пөппіт. Бұл бірімен оны чемпионат Европы по армрестингу было тоже это. Весь учитель так со каташлах это. Он ул крутихи переметигер бывигер помощь турорам это на беге когда бы пьет, тем страшнее он бы пьет на крик крутихи бы пьет. Он ул кенте беге ну ул крутихи а чили бары батыга дендерде. Именно миетен экретарен и пьет. Бывиге бачушуй коринаря рикет бачангадла ханна кисти хертиете. То где тахар батахатеде. Наша шуй коринаря бикете. Сенгердинерде. Сразу сенгердинерде. Он тонга это бу хас дойду говорить так вот, а я говорю, не говорили. А то билет тут он теперь эчайля хаос коренди, и ты не тугать я хотел. А то эчайча, она, конечно, спорт коренди варте эчайля, но лов чуть-чуть грамотно эчилиняка, он и крутый, не чуть-чуть итиен разминка, на гидаха был травма бригады кочир лоханник. А то, конечно, не лоханник тохтавок. Әрі мәкке әчелінің күріқташтығын өте травмалар бағылдар, конечно. Отын, чолан бұ көріңінен жарықтанар спортсменге бұ тұғы берері, әнен ағар. Опыттақ тренер білерің бұл өте. Отын, әдір үтчекі бір өтінен білін үшіліттіғы ұлық ғайдыңы берер. Ұғылыр болыттар ұлық қарақтары болыттанар, бәлері реллақ болалар, тоқ бар жылылар у нас тон кругу да круг не редущий был, а тут так так делали, брата культура лари. Особенно бу эти чемпионаты Европы, мира, кубок мира, один бар волоттар, кругуттар, Аллах так хотел лари, халалдар культура, не были атен умтуры, это алтехалдар баллай. Один атен до идущирин, вот он культура, тон крулдар, один кругу зондреми хайдар, Аллах чем хотим баллдар. То хай бағарар спорт көрігер сен бір чекістеленгер бағалар болады, де ұмпыға чымпыға әлбәк болады. Отын бұ мастарды ғытығар жа тұғы атты қытады. Кем әппеттен хөмейдің, не? Отын кістеленгер бағалар, конечно. Оны те тұқтығын. Бияқы сақаларға кістеленгметтен, основной кістеленгметтен тарбақ өлетер бар. Тарбақтан кешеге. Оны ұмықтар беги семинарий не давайте мастер класс коренца то говорит он у нас лохан не кепся вербит он основной приемнер основной приемнер его делают а мы где тут тар приемнер бите а мы хай дебет барстой его приемнер а то тар тарбах кинен была она то когда это опять бывает хин халрод докуда кепти он на и дебет тар тарбах кинен хавусток это бывает когда дохана Аллах разум на говорит вот и тарбах кина кистерин беги бывает халадишь я не умею. Александр Николаевич, а то бу көріңміт патыннанар ең көқтақ тұқылы бұра? Эти чағығар национальный? Отто
дженер мастарды элбан омукка бар. Колугур кыргыздар даганы таяк тардыр сен Михаил Мич билер. Татардарын даганы бу араз быыны тардыгылар агендере урут былыт былыргаттан хин тардыстактары. Болгандан баран спорт көрүнгөн быгытынан таарды жон бей сакалар болабыт. Онна бүтүн Россия тагы спорт көрүнгөн быгытынан. Ити бийрек кехинен болана мастарды гыта мин ханыяк бар күйхеген бияка бу гендерное равенство дем бар бу яна керен керен аттан бияка манна олурор колор кыргыттардарды хар боллактарына көрөргө улус чүгөй онна бу Николай Лещетте бесконтактный вид единоборства де кимде каны да туктубат кимде кимиде кырбаабат да каябат да мага тардылар кимиде тастаабат да барыта барыта айтаргыды чээгинейдик иккөрүккө кендерге условияты барыта тең туктааны преимущество кимге да кок Колор хватылар болак бытна уларты хэлден. Икки кыйгырлы барар болак көрэктэхи. Бинде кыйдың да туран баран калбаккын, икки те кыйдакына кыйылага атыраган. Итине темете, аны туран беге бастакы андайду чемпионатын икки тыгынча 14 жылдаха жокуска курак кыйыппыт. Ити болар бастакыннан же бу андайду барта сеңэрен келен элбек сударство представительдер келен күрәктеген же бу чакчыманны көрүнген. Унутту билеген этергыдлы интернет үйете болды. Ол ген коловур YouTube та каналга элбек кисилдер баалар ону жон сергеми көрөлдөр. Икинен буланы беги икки чемпион апытын 16 жылдагы исы кулга Игры кочевников кен улахан түгүлге бар. Ол түгүлгага Ыппыппыт. Онны же чакчы самый элбек кыттачы бу мастарды кыттыгарыта. Жыңнан элбек көрүн кийда. Он хам элбек популярный бу мастарды кыттыгарыта. Аны кыргызстарын жан нолу хандык сәңәр биттірі. Оғын нюттыр инкәден гәлжанар. Олыс гәлжан зал толыру келу. Бастакы күнтен гәлжан келін олық профессиональный гәлжар бол күттірі. Онна үші хаван тұраннар тол зал толлары хабан беллер эт. Онну гына ачык айданы. Аны туран 2 тыгынча 10 асыллакка эме жокускай гыппыт үһүс чемпионатын бүгүнкү күнгө андай 3 чемпионаты ытылына. Онна 10 асыллакка бе аксыныга бу ассоциация юристов России ден улахан телетен ытта договор баттастыбыт. Ол договор бут сүрүн сыйлагыруга ден бу именно юридическое сопровождение развития мастрейсинга на международном уровне. Тоди такая не терен курдук, а раз били бу көрүн потенциалы олус улакан. Бир өтүнөн эттибитти олимпийский көрүн буллак. Икки сөтүнөн этек тустакпын коммерческий потенциалы олус күстяк. Колор бии бу клубная системаны сайындар неребити. Клубная системандан бардак бытна, кадин бүтүн Россияга ыдык быт. Ана атындай дулар эме бәдер клубная системандан көрөктөй тактарына, кадин клубная системандан андай тутагы эме турнирдер ыдык бытын сен. Очоны бии колор бүгүн ММА дейбет, UFC дейбет, самый элбек көрөчүлө, самый үп катчы камны сыйра. Жигинен болот инде мастарды улуулакан оруулланын син тогу жетакка биги күрөспит. Бу аңардасты 2 мүнөтө эгер кыйылага баарабыт. Эм билян бен телевизиончу кейбытынан. Что такое эфирное время? Дороговизна эфирного времени. Вот так. Колор профессиональный бокс улан көрүн кас туох араун кеселдери онна төгө гунуй э биенер була 2 минутта баарылдан калы ол эң динамичный турген зрелищный аны этергадлы те тендерное равенство онун бар эттүнөн бу уло уникальный көрүн онун мен саны ихбар мастарды инникескеле улус улахан ол эң бу биеге бүгүн мактаны тустакпыт бу биеге нелектер битигер улустар битигер то же такка биеге мастарды инөңү бебит ичаппытын итебит бии ичаппыт бетин тас көрүнгөнөн сайдытынан андай дуу бартыгер билдерер бу сака жоно мындырдар түргеттер координациялар бар итинен бары Николай Дешетте де все качества развивает человеческие. Эргитчи. Быстрота реакции, быстрота мышления, скорость. Реакция, все это вот сопоставимо, вот если сравнить с другими видами спорта, мне кажется, что масс-рейсинг, оно имеет огромное преимущество. Михаил Дмитриевич, Джек Александр Николаевич, Аптинкурдубо, мастер-дыг это что, она кескиллях, сарсыңылах көрім? Да, улхан кескиллях, сарсыңылах көрім, ити Александр Николаевич, Аптинкурдук, ити чемпионаттар тураты, атын хылларга чемпионат ытылыва сидирер, кемигер кубок мира гитлер, 3 этапта. Он на, бу, Международная федерация Александр
конституциялачылык федерация боллагана бу хүрүн президенттери ылан президиумнах ол президиумунан кая дойдуга китере оно быхарам. Оно быхарам мыт холобура дойдутун көхөрө айтып. Иннеген боллагана холобура бу билигин бу Өзбекстанга болла. Онтон Финляндия булуктах, онтон биха Москва булуктах. Ол инине ахылларга эми барта тустугунан кораттарга болуталабыта. Олхин боллагана дойдуларга. Олхин боллагана бу көрүңү хайиндарга көрүңү пропагандалырга көддөрөргө хитиндерге бу көрүңү сүйө биттен жөнө жүйүргөр даганы хүддөшүгө. Ол бир эхи билеген бу Өзбекстанга бол бу күрөктө хийге дворескит хива ден уруку кан олор бу дворегер онно болла тахаджа хлас бого күнүштүр донкрал сөңүрүп куяс ол эми мына кехе бестен алтаттан хааланна онно кехе күн бүгүн 2 жылы бир аргыл күрөктө хи болла онно трибуна тогустолу кехе болна хитер онно өсү бири хасканы түһерим түһер битимити күйеттер битим даганы бир семья алар холобура Алтайда олох иелере кергене эбелере оны эки уоллара же кергенден көрө келбиттир одук онун наха эңердилер итиндик холобура көрөр умандык эңерер боктур осен мастадыгыта бээте туунан философиялак туунан бу көчтүүлөр зирежесине болон жөн эргенен хатардар онун хөбүлүү Холобора манна даганы күрөктө хи боллагана жон бары маста дыйтер көхөн келдер боллар деп билеген. Олихин ити бир көчтү болар. Онна боллагана оттон үшүгө деген туох бу улахан фестивальдерге Арнольд классы ити Америкага Арнольд Шварценеггер фестивальгер кийден болар болла. Онон боллагана ите түнөн эме улахан сеңериллар Россия боллагана бигимие күрөктө хилер битин көрө айтып иригионнарынан оттон манна денеттеке оло агастыгеттеке дайны бустукка чүйдик ишидик политикадан ителикпит онно билигин болком топту урукпут тоеха дайны бустукка билигин сахалинга ишидик хайдан турар туох оттон кабаровской хин агай Владивосток. Африка тие интригилерден бары. Африкага бары континентке бар, тысты бар, тыр интригилер бары континент барта чемпионатта. Онна дойдуларга барлары чемпионат итылдылар. Онтугата колбура билим Пакистандар келдилер. Бу күрөктөй кемигер Александр Күчүнүс онлайн туу итте муннях. Онно били дойду федерациядын президенттери келбиттер. Онно Пакистан президенти булатер. Биги мастар дыгы миллион кейжарыктан адир. Аны Өзбекстандар боллагана спортивный школаны ханерелдер бит. Онын боллагана кыргызстар эмес спортивный школаны ханерелдер. Биги боллагана стандарты бир кеткен турабыт. Билген хакайра каяндагы спортивный школага отделениелер ахыннады. Билген спортивный школа директорлери багылыктар иштен олорлор болу. Онун туганам мен бу оннун рабын Хиблиген ким урут отделение спыт ол келим мастар дыгы улхан сети хилях болду ден этеби. Сөп же күндү көрөчүлөр билген кылгас токтобулга барыкка ол кэнэ Өзбекстан этеп битим курдук Өзбекстаны кытта буга себеске холбон окпут оннотон өссө даганы бу национальный көрүмүт кескелин туунан кепсет якпыт диханым. Аже Яна Юрьевна, бу керен ардар бу спортка жа кайдах жарыктан алларын эн билерин болуучу үйдүк кепсери кайдах көрдөрүүлөрү берелери бүгүнкү тургунан. Ну я сперва хочу появилась такая возможность в прямом эфире поздравить всех спортсменов, фанатов, коллег своих с международным днем масс-рестлинга, который официально был утвержден 26 июня. Значит, с 2005-2006 года официально включили в республиканские и всероссийские соревнования женщин. И с тех пор уже женщины начали целенаправленно заниматься этим видом спорта.
Обсанын, холыбра, Джонтон жақталар бұл холыбра мастардығылары тоқ ұратылағы әнханағар? Ну, методика тренировки у каждого тренера, она различная, независимо этого, женщин он тренирует или мужчин. Но каждый, думаю, этот квалифицированный специалист, он должен индивидуально подходить и относиться к своим ученикам, своим спортсменам. А так вот, так как я работаю тренером в Северо-Восточном федеральном университете, каждый год набираю группу девушек, которые хотят заниматься, да, любят этот вид спорта. И вот только последние, наверное, год-два ко мне стали уже подготовленные девушки записываться, так как уже этот вид спорта как бы знаменитый стал, да, и со школы они заниматься стали, тренироваться, заниматься. Я сама занимаюсь с 2005 года. Ну, у меня муж, он сам тренер по мастер-рестлингу. В то время сам участвовал, тренировался. И, ну, я как спортсменка с маленьких лет, я занимаюсь, легкой атлетикой занималась. Поэтому физически была уже готовая, подготовленная. И думаю, попробую. Попробовала. Через 2 года я стала мастером спорта в республике по этому виду спорта. И после этого принимала участие 10 лет на чемпионатах России. 8 раз побеждала Россию. Ну, вот. Яна, а вот кто-то скажет, да, что этот вид спорта не подходит девушкам. Вы что скажете по этому поводу? Ну, я не соглашусь с этим, потому что каждая девушка, каждый вообще человек, да, он сам выбирает, чем заниматься в этой жизни, да, каким видом спорта. Почему-то же занимается, например, боксом, да, футболом, вольной борьбой. Почему бы и не заниматься мастер-рестлингом? Если физически готовый, если способность какая-то есть, я думаю, это большой плюс. Но я могу добавить, вот Татьяна Григори является легендой, да, масс-рестлинга. Она подала такой большой пример. Она многократная чемпионка республики, многократная чемпионка России, чемпионка мира. Но сейчас вот новая поросль, вот, например, Наталья Черноградская. Этергадлы кыз бүгітнан кыргывая тас көріңе. Олар мастарды ачы кыргыттары кей көрін үйрер. Тоғы детка бары группаларын бытчыңнарын сайынларан улыс эстетичне көрінгнәктір. Хеп, иті бейрі. Иккейінен әтек тұстақпын бұл кені кәргені Александр Захаровкен, кандидат педагогических наук именно по мастер-рестлингу. Егор Петрович Кудрин ген бар. Мен мастер-рестлингер кандидатская диссертация. Ол ата бұл көшіне тәрекбет. Беге Анатолий Николаевич Алексеев Саха Государственного университетінің ректорына олырдығына тұрырсан тұрабыд бұл Сахада спорт ассоциациятықтан, что необходимо создать кафедру национальных видов спорта. Ол кафедраны бұл дебеге патриарпыд Валерий Патримович көшіне бағылан көгілен үлілетен. Бұл бүйінгі күнге әлбәқтеге бұл Саха түрік көріңнергер арас темаларынан сайданлар наука кандидаттары болды. Ол әме әлбәғатер. Оның бұл кыз аймақ жарықтанара мен санықпар ұлысты ғалақ, надалақ, оны мен санықпар бұл иті гендеріне өттінен тең болан бігі көріңмітуер перспективаны. Оның бігі янаға мақтаны тұстақ бұл, жақсы әлбәқті Россияға бастан, бұл Сақағыреттен үлджар қырағауызса ден бәтін көддірін, әлбәқ қырғыттарға суылы арай бұл. Оны түп бүгін тренер Сөп күнді көрәтшілер білген скайпынан қолбану бар бігеға Алексей Трофимович Афанасьев күттіғар. Россиядағы мастер-рестлинг федерациятын президентін сөбегетті Саха Республикатының физическай культуратын оны спортын үтілі құләйті ұстанаға Саха ССР спортын мастера, мастер-рестлинга спорт мастера. Себәспет бар, ду? Бар, кейден. Үтілі кейінен Алексей Трофимович.
Жаттон мастер дыгы ветерана, бо мастер дыгы Россия болун, аан дойду тахамыгар болун тарганытын олохтоочулартан эн биддестере болагын. Упсенен бо национальный көрүнген өйдөбүл тула эн туз бэн санагын үллэхенере бахалысты. Итогене күндү телевизион көрөтчүлөр, күндү коллегалар, атам бу национальный көрүнгөндө деген мен атам оңдап бүтүн сындыкты сага оглору эдер ичеттира. Ол эдер бүлгө. Ол бу сахарига он жылдары көрөктөрү актак жете кеттонтан такса ондук он жылдар ондук көрөктөрлөр барлар деген эдерлер. Апана си жылдарып бир комурунигар онда Оси деп кенерме қағылас. Оттан бұл беге берген сама жа тұрдан кіл бүкір көріңдер бір еліпті бұл сересіз керестігі кейбір көріңдер мастар дүйті атаған юта қапсағай. Оттан бұл еліптен білген бұл екідің жүйі сұлдағы кетбеттірі. Еліптен білген екіндік ан дүйдігі Россия тақсы бұл көріңдер мастар дүйті білдер. Дене бәм көріңден бұл көрің Бүгінгі бігіттің бүгін агитациялан, пропагандалан көттірін кәлдебет, онды Россияғатта білейін бұғаны оқтық бар не сайдан тарғанан. Онында білген, еді көріңмі білген бұл Россияға өрсі айдар кәскелдіға қиықта, бұл Россияғатқылар ағыз федеральный округ бар де. Онтан білген, еді ағыз федеральный округға дегенен бұл мастадығынан бардың бары белелілер, онтан бұл ағыз Календарны буламыдыгар 5 округка та бу кийин туралы бу чемпионаты округка бу тен белгилер. Анта бу пандемияны себептен жо хороктор болдур, хороктор та бу та болдур аякты кийилен жок. Жана бир анабын жерпеп чимбирдинде үлүлөбүт. Ата бу холбора национальный көрүн холбора кийин тутту уголуччу белете боларын атын таздойдулар дии холбордан этте хайдак сителлери. Ити тө бигидан ин инде хоча калба поколобра. Ити бли мастар дебут бу андой дуга биентен такса дой дуга федерация телден ленер лиги жылдар атты бар сыйга эме төрдөн такса биенче сиргетен мастар деги тай сайдендер. А тен ос бастан тур мен нети кун багарам бу японистер сумат устулара. Атти кредитер тайкван дулара киттик бригим бу Онда тен японистер тут $100 эмне. Иди $100 тайквондо менен олимпийский көрүндөр. Илерин менен кемдер олимпийский деген пропагандаланмыт же катчыны улганды карыштабакар инде катчыны укпут көрүндөр. Анан билген андай до барты бекке берелер онда тен килдер керейдер деген японды кийин тутталдар. Белин көрүндөрдө. Бигатта бу хотурук менен эмне тен улак бу хотурук менен бота тен мандай бар бу мастер дейти Олимпийский көрің бұл дегені бұл, онын мен танжа қатчыны ұлғанды қарысыла баққы, атым бары жа емет неқа үйіскі пропагандылан өне өлге қырын ады. Алексей Трофимович, оттың бұл қолбыра мастардығы көріңін күрджікті жа бағала бұл спортсмен да болуын, оттың көнлері жарыптан ачы да болуын, атының қанлық спорт көріңін кебағастик ұлыңын жарыптан ән сөбей? Бұл бейге Так, Аттакин мастер дер даганы бета буйыл буйыл сборна тустуга даганы маска даганы буйыл кишке жергидде самай. Бигим ким анда модунга жергирер. Онда чи кризер дап тоотта чи мастер дерден мен мастер дерден жергирер. Чи канды бары эти иту аттар канды бары спокка деген кытты яктыр сөйлеп. Сүйлеп сүйлеп турын деп 500 метрга кылгаска деп сүйлеп турын сөйлеп тусту аттарын деп Onun hem bir tadı ulusları bilin oşko bir et olarak bir tadı kıtlılar bulunan. Ola beter, aha, çoğunu master dıgıtıptan bu kınat anyanan kanlık bağırar sport körüngür sitihilene kısöpten. Ettedi Алексей Трофимович. Aha, mahtanabıt Алексей Трофимович büyüngü bir evitigar kıtlığını bıkkar.
Билигин Канаданы кытта колбонобуд Эндрю Боллингер, мас рейслин Канада тағынна Строгмен Альберта ассоциацияларын вице-президенті. Сөп. Эндрю, доброго времени суток. С вами говорит родина масс рестлинга Якутия. Hello, Andrew. The homeland of mass wrestling, Yakutia, speaks to you. Скажите, пожалуйста, вот насколько высок интерес канадцев к нашему национальному виду спорта? Could you tell me, please, how high is the interest of Canadians in our sport? What fascinated them with? Hello, it's nice to talk to you. So in Canada, what I've noticed is there is a natural fascination with mass wrestling. Our organization promotes multiple strength sports events, and we've always noticed that mass wrestling draws the largest crowds out of all of them. Kids also seem to love it, and they always have to try it out after every competition. Здравствуйте, рад встрече с вами. Я заметил, что в Канаде увлечение масс рестлингом это естественное явление. Наша организация занимается проведением соревнований для нескольких силовых видов спорта, и мы поняли, что масс рестлинг всегда привлекает наибольшее количество людей. Детям масс рестлинг тоже нравится, и после соревнований дети всегда подходят к нам и попробовать себя в этом виде спорта. А почему вы считаете, что именно этот вид спорта имеет большое будущее? Why do you think that there's a big future in this sport? What does it give you as an athlete? The two simple reasons why mass wrestling has a big future are that it's both fun to compete in and it's fun to watch. So that makes it really easy to attract new people to the sport by just hosting competitions at festivals and other public places. As an athlete, it's very fun to compete directly against somebody in a one-on-one format, but I personally find the best part about it to be the international community. I find it really fascinating to compete against people from around the world and realize that we all have a love for strength. And despite different languages, cultures, that in our hearts we're all really the same. Две простые причины, почему масс-рестлинг большое будущее, это то, что это очень увлекательный, веселый, весело соревноваться в масс-рестлинге и очень увлекательно смотреть на, это, на эти соревнования. Это позволяет легко привлекать к нему новых людей, проводя соревнования в общественных местах, например, на фестивалях. Спортсмену очень интересно соревноваться напрямую с кем-то в формате один на один. Лично я считаю, что в этом больше всего играет большую роль международное сообщество. Мне действительно интересно соревноваться с людьми из других культур. И я понимаю, что все мы любим силовые виды спорта, и что все мы в своих сердцах одинаковы, несмотря на разные языки и любые культурные различия, которые могут быть у нас. А какие мероприятия в ближайшее время планируете проводить вот на территории Канады? Andrew, what events are you planning in Canada in the near future? Unfortunately, due to the situation in Canada, we were a little behind the world in releasing the coronavirus restrictions. So our main summer events, including the Absolute World Championships, had to be canceled. The good news is, though, that restrictions are shortly going to be gone, so we can pick up where we left off. The first event that we're going to do is an event at a local high school. In November, though, we're going to host what we hope will be the mass wrestling competition with the most competitors ever in Canada. Our big goal is to bring a team of our strongest competitors to the World Championships next June to show the world how hard we've been training here. К сожалению, из-за ситуации в Канаде, которая немного отстает от мира в снятии ограничений, наши основные летние мероприятия, включая абсолютный чемпионат мира, пришлось отменить. Хорошая новость заключается в том, что ограничения скоро снимут, и мы сможем продолжить с того места, где остановились. Первое мероприятие, которое мы собираемся провести, это семинар по масс-рестлингу в местной средней школе. В ноябре мы надеемся провести соревнования по масс-рестлингу с наибольшим количеством участников в Канаде. Моя большая цель – вывести команду из наших сильнейших спортсменов на чемпионат мира в июне следующего года, чтобы показать миру, как упорно мы здесь тренировались. Ну и, конечно же, напоследок ваши пожелания, Эндрю, всем поклонникам масс-рестлинга. And your wishes to all fans of mass wrestling. Yeah, to all fans, keep training and stay strong. I'll see you in June at the World Championships. Всем любителям масс рестлинга желаю продолжать тренироваться и оставаться сильными. Увидимся в июне на чемпионате мира. Спасибо, Эндрю, за участие в нашей программе. Всего хорошего.
Thank you, Andrew. Thank you. Все белигене Узбекистаны кытты холбонабу телефонунан Ильгам Магзумович Кадыров, масс-реслинг Узбекистана, федерациятын вице-президенті. Здравствуйте всем. Ильгам Магзумович, слышно, да? Да, слышно. Да, здравствуйте. Слышно. Да, ну мы знаем, да, что в городе Хива на днях буквально вот 18-19 июня прошел первый этап Кубка мира 2021 года. Что вы скажете по итогам? Какие результаты, какие итоги и вообще какие планы намечены на будущее? Ну, здравствуйте. В первую очередь, конечно, хочу поздравить всех друзей и коллег и народ Саха-Якутии с прошедшим праздником, Всемирным днем масс-рестлинга и пожелать всем удачи. Да, с 18 по 19 июня совместно с Международной федерацией масс-рестлинга был проведен первый этап Кубка мира в историческом городе Хива и открытый чемпионат Азии. В соревнованиях приняли участие где-то примерно 9 стран. Соревнования прошли на высоком уровне. По итогам соревнований я хочу, я очень доволен, надеюсь, что будет еще лучше. Наша команда завоевала одну золотую медаль. Каждым годом, уровень наших спортсменов растет, и надеемся, что в скором времени мы достигнем больших результатов. Хочу сообщить, что сейчас совместно с Международной Федерацией ведется большая работа о включении масс-рестлинга в летние азиатские игры, которые пройдут в 2025 году в Узбекистане. И, конечно, надеюсь, что у нас все получится. Ильгам Магзумович, ну если вы располагаете какими-то цифрами, данными, да, сколько человек наблюдало за трансляцией? У вас будут, да? Какие-то данные? Ну, трудно сказать, сколько было цифрами народу наблюдал за трансляцию. Ну, прямая трансляция у нас велась Узбекистан 24. Это национальный телеканал. Естественно, судя, если Узбекистан 24 у нас была прямая трансляция, то весь Узбекистан уже наблюдал за соревнованием, и, естественно, были звонки, тоже поздравления. Но я думаю, весь Узбекистан наблюдал за соревнованиями и за этой трансляцией. Вот по вашему мнению, в чем секрет успеха масс-рестлинга? Даже, как сказать, трудно. Я всегда, меня поражали спортсмены Якутии, да, вот, ну, вроде бы такие не такие уж и здоровенькие, как говорится, да, но выхода на помост им равных нету. Ну, наверное, секрет таится в том, что это уже, как говорится, ваш национальный якутский вид спорта, и это уже в крови, как говорится, у ваших. Но мы надеемся, скоро тоже изучим все тонкости этого вида спорта и будем уже достойно конкурировать с вами. Ну и напоследок, конечно же, хотелось бы послушать ваши пожелания спортсменам, болельщикам вот, Международной Федерации масс-рестлинга. Ну, хочу пожелать всем спортсменам и болельщикам удачи и успехов. А также хочу лично от команды Республики Узбекистан поблагодарить народ Саха-Якутии за то, что вы подарили миру такой зрелищный вид спорта, как масс-рестлинг. Надеюсь, что совместно нашими силами все мы добьемся, что в скором времени масс-рестлинг включили в программу Олимпийских игр. Надеюсь, что это будет. Спасибо, Ильгам Магзумович, за то, что выкроили для нас время. Удачи вам и до свидания. До свидания. Спасибо всем. Алина Алексеева, Холбонор, Чуваш, Республика Таттан, масс-рестлинга, икетенча сюрбе сыллах, Россия чемпионката, икетенча он тоғыз сыллах, андай дукубаган призера, он на сюрбе бир сыллах, андай дукубаган бастыгы тюхмеан кайлаға, масс-рестлинга, Россия спордун мастера. Здравствуйте, Алина. Здравствуйте.
А ну расскажите, пожалуйста, как вы познакомились с этим видом спорта? Вообще, впервые у нас соревнования проходили в 2015 году. У нас тогда проходил Кубок Чувашии по чувашскому рестлингу, и параллельно провели мастер-класс по данному виду спорта, и заодно провели турнир, где все армрестлеры Чуваши заинтересовались данным видом спорта и решили поучаствовать. По ходу поединков мы заметили, что это очень зрелищный, динамичный и достаточно интересный вид спорта. У нас у всех загорелись глаза, и было довольно-таки интересно. Затем, в 2017 году, я уже начала профессионально заниматься и готовиться к соревнованиям всероссийского уровня после участия на одном из соревнований. У меня появился азарт и такой вот спортивный интерес, что побудило к дальнейшему развитию. Алина, а какие эмоции ты испытала, когда выполнила норматив мастера спорта России? Поделись, пожалуйста. Вообще, норматив звания мастера спорта России я выполнила в 2019 году на чемпионате России. Он проходил у нас в Чебоксарах, в Чувашии, на родной земле. И я изначально была нацелена на выполнение данного звания. И вообще, мечта для любого спортсмена — это как-то улучшать свой результат, повышать свое звание. И достижение звания мастера спорта России — это то достижение, которым может похвастаться не каждый спортсмен, и, соответственно, эмоции были непередаваемые. Это чувство счастья, радости, гордости, то, что я трудилась не напрасно, и чувство удовлетворенности. Алина, а что, по-твоему, вообще самое важное в этом виде спорта, кроме физической подготовки, конечно же? Сила духа, да, допустим, когда все решается в один момент. Здесь, конечно же, уже важное значение имеет психологический настрой, именно воля к победе, насколько настроен человек выиграть, победить, занять первое место. Важна сила духа, как вы уже отметили, целеустремленность и уверенность в своих силах. Все, спасибо большое, Алина, за участие в нашей программе. Успехов тебе. До свидания. Сөп, беребитин салгыбыт. Евгений Валерьевич Баразна Холбонор, Федерация масс-рестлинга Сахалин регионал спортивной общественной терилтетин президенте. Евгений Валерьевич, здравствуйте. Слышно, да, нас? Да, добрый день, здравствуйте, слышно хорошо. Ага. Ну, мы знаем, вот, что 20 по 22 августа текущего года в городе Пронайск Сахалинской области планируется проведение чемпионата России по масс-рестлингу в абсолютной весовой категории. Как идет подготовка, сколько заявок поступило, расскажите, пожалуйста. Подготовка у нас началась с моего приезда уже с Кубка мира наших спортсменов. Вот, пока подтверждение дали Свердловская область и Калужская область. Ну, я думаю, что и Саха-Якутия будет. Вот, планируем собрать очень множество спортсменов, вот, лучших спортсменов Российской Федерации. Вот. По-вашему, вообще, что надо, на что надо делать упор для дальнейшего развития этого вида спорта? По моему мнению, упор нужно сделать на средства массовой информации, чтобы больше было масс-рестлинга и на сайте Министерства спорта Российской Федерации. Очень, конечно, много информации у нас на сайте Всероссийской Федерации, Международной Всероссийской Федерации. Вот. И больше было бы средств массовой информации, масс-рестлинг на таких каналах, как «Матч». Это было бы, наверное, здорово. Это было бы больше популяризации, больше бы людей знало бы о прекрасном национальном виде спорта. Евгений Валерьевич, коротко ваши пожелания хотим услышать. Эфирное время просто поджимает, поэтому очень коротенько. Пожелания всех успеха, и мы ждем всех на сахалинской земле имени Паранай. Спасибо, до свидания.
сөбжәте арас мұннуқтан егітті бейт, күджіктағаны жонын тірейін тардар спорт көріңе бейт. Сергей жән 90 алақын еті, нәдер кейі боларын бұғытынан әмен санағын үлігінері. Это шей болай. Әнден сетігін олыс әлбәғ. Бұл бастығы 2-3 сетаптар көрдігі жүйдім. Оны пастайынлік бәйім қолыра. Сердегінің ұлғанды кәрібәтім. Білейін бұл мастардығы әнжіріктінар боламын. Сердегінің ұлғанды кәрігі атадым. Оны сұры айы әттен жанлар әбелелері білдер. Оны шүрстігіндер, саперниктар бұд. Олары білейін бұл бастығы да апқауырын кесер бітер. 2 ғыл күріқ тәспек айжы бұд. Атынды үйді жандырын бітті. Оны тейі пітар үйтші жы... Тағымнар өр дәвіті білдерді. Олары меха атағым әжір бұланын. Яғынды ғырқанды. Оныттан бұла 6-10-15 келігі кесесі олыдар. Олары 40 яғынырға ұрыт, нар қайтылылар түші. Бұл бұл түрген ауыстық. Білім бұла кеселері барды 2-1. Ғырқан байды кеселерді. Кылм үші барды қайтыла өттір. Ола тұттан бұл спортын пүгін-чымпүгін білен істіқтір әде? Ұжы үшедік білелер. Сөп, бияқы сөк олбану бар. Сергей Александрович Лукьянов, бүтін Россияда Амас Реслин Федерациятын Ульяновскі облағынаға деленетін президентіне. Себе әм өлттоқ соғыс тетілер. Олды олар қолбанын көріп. Здравствуйте, Сергей Александрович. Слышно, да? Қомайу қайын хелді бәт, себе әспет. Себе әм өлттоқ абид звуға хелді бәт тетілер. Сөп, чәчоны студияға кәпсетер болақ бүтші Геннадий Анатольевич. Жабы республика тағымығар тірәңнер. Осыған қанық бұлағыңа олығыра неген ұтылалары, қайдақ тәрелелері. Түтігенен барығытын. Табастан тұрам бұл барығытын өстігіл Сақа Республика Мастанды Федерация адыттан. Бұл аңдай дүгі мастанды күнде үмітінен барығытын әғаделекім бары бұн. Бұйылғы ғылға Мастанды Федерацията хүбі весіл толар, юбилейда қыл болар. Бұйылғы ғылға өттен беге керет тағаны бұл білігін болан дөйді өтінен ғырығы жаңнан тұрар. Бұл ентін бұл Роспортына зор түгінен беге спортивіне күріктейлен бетігер қачықтан балар. Бұл ентін 90-гі керет беге бұл клубны системанан бұл телевизионны формаға күріктейі бұппыт. Бұл онына тұта бұл қағыңтағы даңын әлбі қақайырын жоңын әңгеті көрді. Қағыңтағы даңы бұл күріктейіні жоңын сіргеу кәтеспеді біттен бұл бұта. Ол өтіқ олар бұл көрдірір. Бұл олар бұл өлі 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 Маңны кәліне соған мақтайын, спортивінде көрінер-көрінер, ұрыдулары айқалығылар. Ол ең бұл спорт, бұл нысынаны көрінемі бейін сайданлар, көрінетті көріне сайдан келді ғайды. Оныттан бұл көрінері болдағына, бұл мінтін бәйім ханауынан бұл спортсменлеріме күйіскі сайынанында дейін бары бұл. Спортсменлері көрі әрі қолырты көрі ұчытауы қолыры, нәлі клубтырғар, баппат үтімедіне ғаббәқе керетін қолыры. Байшы болды, ұнтың қолы Николай Джақына, бұйбан бүліске. Енді құдды қолыры, мажиналары көрі әрі бұл әлбәқ нұрот тардығар, кенері көрі әрі бұл үтчет бұманды күріқті әм барар. Онан бұл бейгі қолыры мастабы тардығетін көлін Бейінді таққа құстарыстығыға маспы сайдетінен дәртіналар, сайынныралар, білген тұн ғағай әрігер осайы 33 Россия спорты мастер бар болды, 9 аныртыға қыластай мастер бар болды. Оның тұн ол ең бүгі бұл білген тұн сайынна, бастығы кубақыты бүгі бұл мажынан бұл баран көріқтіған келдер, білгі ғылаққа оны тұн ордық бұл күргі сомықтар білімін ақтырын көрдеділер, кендер бұллағаны бұл тәңге бейі мажылын бұты кеселдерден. Оны өтті мейті историяны кәтен көрді қоттың кеннегеме бұлыр мастадығы да бар, олен тәңге ембер геннергер бар бұлай. Олен тәңге қоттың күріқті күріқті әрі, қанырғар бар бұлын күріқті әрі.
Онан там была на те бойцы, там были спортивные чемпионаты ППТ. Россия была на Россия там играла Россия чемпионата, пока говорили люди, мы там был балаган игр. Онан там были балаган игр, он добрый мне ПП, он оттон был и кис уже тогда, когда мы были сахарин мажинлары, он добрый мне некоторые. Он оттон и гигелга там были бугры бартетенье. Хотим бы санибут, он нам я жилуховут таны. Барас спортсменер холора вакцинация ханга. Барас спортсменер холора лаллар. Имеет вакцинация лапутна. Бей бары имеет укрытие лебеди ми он нургот тюхет и ями беги. Багана лапут он это. Качтан сомнетин. Он это не ирги китен тюхбе хбе килга. Бун беги республика вот сюслера на антон. Бу сил чатчитнен. Андойду чемпионатом на хайрига болора буланнер. Бир мелохан тирэхми болуга, ол тирэхэнгэ түмөсөрүн сыл суру билин аны иддэнер. Сөп мактанабын. Сергей Александрович Лукьянов телефонунан колбонуна дейтилер меха. Сергей Александрович бүтүн Россиядагы Масрессин Федерациятын Ульяновская облагынага деленетин президенти болар. Здравствуйте, Сергей Александрович. Надеюсь, меня слышно. Да, здравствуйте. Ага. Ну, в этом году, вот в сентябре, да, в городе Ульяновск, Ульяновской области планируется чемпионат России по масс-рестлингу. Какие цели ставите и чего ожидаете от чемпионата? Ну, во-первых, хочу всех поздравить с очередным праздником спорта, который прошел 26 числа. Это первый всемирный день масс-рестлинга. Поздравить всех с новым праздником. Пожелать развитию масс-рестлинга в Российской Федерации, ну и во всем мире. Да, планируется с 10 по 13 сентября в Ульяновской области провести чемпионат России по масс-рестлингу. Это долгожданный праздник для спортсменов-масс-рестлеров. На данном чемпионате будет отобран состав сборной России, который будет представлять Россию на этапах Кубка мира. В начале мая к нам приезжали представители Всероссийской Федерации масс-рестлинга. Мы провезли их по объектам спортивным, показали, на каких объектах можем провести чемпионат России. Сейчас Федерация выбирает тот или иной зал, который подойдет. Положение составляется и пишет тех задания, по которому мы будем готовиться к чемпионату России. Планируем как бы в сентябре месяце в Ульяновской области планируется еще выбор губернатора Ульяновской области. Надеюсь, поддержка, и она и так поддержка в развитии национальных неолимпийских видов спорта в Ульяновской области очень сильна со стороны губернаторов. Планируем как бы привлечь наибольшее количество спортсменов, масс-рестлеров на данный чемпионат и показать, что развитие масс-рестлера идет полным ходом. И я как понимаю, что это будет в Поволжье первый чемпионат по масс-рестлингу. Надеюсь, дай бог, не последний. Ага, Сергей Александрович, а за что вы полюбили именно этот вид спорта? В первую очередь за силу. Силу, которую показывают, выносливость, которую показывают масс-рестлеры. То есть, да, вроде с виду перетягивание палки, да, так, если по-простому скажем. Но вникая в весь процесс, это определенного вида искусства. Надо правильно, как бы, руки работают, подкручивать. А когда масс-рестлеры начинают по доске танцевать, да, как бы, ходя из стороны в сторону, ну, это... Шедевр можно который смотреть, но тем более это в исполнении якутских спортсменов. Угу. Сергей Александрович, спасибо, что уделили нам время. Успехов вам. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Сөйіп жай кепсет яқтай ақжа мұтын күтті барларын күтті кепсетті бүт бұғылақ. Студия бұтыр тоқ әтелі бәттей. Михаил Дмитриевич, араға. Барыта бұл осы... Таз дойдулар гэтэй бээстэхэн бу Россиэхэнэ эргүйөөднэр гэтэй бээстэхэн бэттэхэй передача болла дэхэнэ гэн. Оннатон бу передача бэхэгэ бүтүн анды дүтэгэ Мастардыгэдэн Федерациятын президент Александр Константинович тахар бэт ыяғар олу гуран
мантанала бесин футболта күне андердүдүнен мастардыгын күне биллерилен буйылгаттан билетенне. Онно ол билетен егер распрезинте кинетен турар. Хакан норуота бу андердүдүгер бир-бит үтүлерин аган туран, ахсан туран бу көрүнгү күнүн бүгүтүнөн билдири кайын диен этен турар. Онон баллагана бу андердүдүнен бу көрүн такыбыта такканерере бу хакаерин хакан норуота бир бүгүлер бит үтүлере болар. Онон ити Александр Николаевич хагалын терет битиге биги өбүгөлөр бите булган мактанып тыннады. Насынанны көрүнгү балаганга кыхын тымныга харга сайын куяска барытын хайнаран бу мастар дыгытта хагалан капсайдан тусту болдун. Саха станыглара болдун. Остолго ньохун болдун. Тысты барыта биги өбүгөлөр бит токуйдахнара. Килнер мудрастыра. Онон боллана ону хүтербекке халкаахын бу биһиги көлүенелер еспик болар. Онтон андый дуга тахары өссулухан ес болар. Ол хен терэхмите сүкү хүтдөкпиннады. Үбө ахы холобура бу халалта уанна бу терилтелер хиттен костор бай бүтін туханы хаджар улухан терилтелерген улуханы күшкө спонсардықтарынады. Онлок. Ага, сөпче Яна Юрьевна түмүккө түгөт якатетей беребит бүтөрө чугахата, онон жабаргыдыгар түмүк тылы беребин. Ну, я желаю всем здоровья, в первую очередь. Любите спорт, любите масс-рестлинг. Особенно в Украине, она была торга этим это, ахала, торгар. Беги, там боишься, дорога, Украина, дорога, гегемония, лагерь, печенца, напыт. Сыгахос болла. Лин бу края аннарга наха күйдүлөр муктар. Бехти 6-10 5 килога наха гарханнык кисен ылыбыт көкөмү. Этто ваң этто 5 кил батыбыт көкөмүстан маттыбыт. Ол ген де кытатан эчиллен олог арслайс болман болуттар края аннарга. То оттоко яннарга кемарид да үчүди киристибит. Муну рахын яннар үчүдик ылсан эчил ятырнады. Анан то баргытер мына үчүгөй Эчидини, Дурубины, Никитин, Сидиль Вара. Орто яхнар ден ага хуну тоу хуну эттим батта. Ага тоу хуну 105. Бобо. 200 яхнар лох дидеддер болатыр. Аннук. Сергей? Ата, мин мажинларгы ула ана главная травмата хох. Кюстях, зарык. Зарык нанан шуэй крайгуэй кислэрэ кырдырлдыргар баран. Онна эдэр саалыр саады кислэ шаджар болатырга. Хотор докторна саналарын түрбекке өсө күскө жарактан келен өсө ата бейлерин көт докторна да хара кыйы разы келбет. Нок. Албахта хоторун опытылан бидде кыйы келер. Мхм. Сеп Геннадий Анатольевич. Микрофонутун. Ая хонугунан сахат өткөндөрүн көрүнөргө чыпчалы бу манчарон юлар була турар. Бонюн онюнас сетемнемин бу Барас спортсмены гатан сетихлери бары фуннада, он ото мажинлар бы деме бу лёгтые календарь бары танцевалын сурктун сетистине дия фун бары он, он ото бу мастер дэгүнө сетигул бары ларгар эгалде бары бутигар, он ото бу сахавут сирин мастер дэгта дуго тахмар тахсан холора билигин Белем чайен тыл болун, урой айхал ден тыл холора, атын той дуэль бяг бар туттар билер тыллар болулар, ола аты бейі холор хаган орудын эппетіне ха болды, бейге мей чатта бүтін бұ мас нөңгі, бұ холор мас, бұл спортер өкөріңгін бұғыдан бұл баққа, бұл ұлдағаны үтчаты керегі, оны бейі культура өтін тұтты хандягы болақан символ дейханады. Сөп Александр Николаевич, әме ұлғыз қылғыстық. Мен Сахахирин ұлғыздықтың барыларын заман сайын кәлбетінен етеге сетіңдегі әрделебен. Бағыр еметті бұйылғы сайын барғытығыр үтіе болдың, үлі атқан насқыт барта табылының. Но я хотел бы выразить благодарность всем участникам сегодняшней передачи, которые подключались с субъектов Российской Федерации, с различных стран. И хотел бы отметить, что мы масс-рестлинг будем и далее развивать. И в планах у нас создание Академии масс-рестлинга, и данная академия будет проводить в том числе научно-исследовательскую работу.
И она будет обобщать все лучшее, которое у нас на сегодняшний день есть. Ну и, конечно же, юридическое сопровождение данного вида спорта. Мы должны заключить соглашение с РУСАДА, с ВАДА в точке зрения того, чтобы мы придерживались антидопинговых правил. Поэтому всех поздравляю с праздником, Всемирным днем масс-рестлинга. Он будет проводиться ежегодно. Каждую четвертую субботу июня месяца. И это, конечно же, связано с народом Саха, который является прародителем этого прекрасного вида спорта. Сарсыңылақ болуын дегі, көріңміт сарсыңылақ кескілі ақ болуын, оны ар сарға атырды. Көрсеуқа дерекілді көрі әтшілер.